до остановки метро Кузьминки. Приятной поездки. Мячковский бульвар, дом 8. Следующая остановка – Новомаринская улица, дом 14. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Новомаринская улица, дом 14. Следующая остановка – Новомаринская улица, дом 16. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендую не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Новомаринская улица, дом 16. Следующая остановка – Новомаринская улица, дом 17. Новомаринская улица, дом 17. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Следующая остановка. 7-й микрорайон Марьинского парка. Thank you.
7-й микрорайон Марьинского парка. Остановка Новомарьинская улица. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Новомарьинская улица. Следующая остановка – Белореченская улица, дом 30. Белореченская улица, дом 30. Следующая остановка – Белореченская улица, дом 24. Thank you.
Белореченская улица, дом 24. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Следующая остановка – Цимлянская улица. Цимлянская улица. Следующая остановка – Новороссийская улица. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Следующая остановка – метро Люблино.
закреплено. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Люблено. Следующая остановка – Краснодарская улица, дом 52. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Краснодарская улица, дом 52. Следующая остановка – Тихорецкий бульвар, дом 16.
Корецкий бульвар, дом 16. Следующая остановка – Тихорецкий бульвар, дом 6. Тихорецкий бульвар, дом 6. Следующая остановка – аллея кремлевских курсантов. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их, сообщайте водителю. Следующая остановка – Ставропольская улица, дом 60. Ставропольская улица, дом 60. Следующая остановка – Ставропольская улица, дом 54. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Ставропольская улица, дом 54.
Следующая остановка – больница имени Семашко. Больница имени Семашко. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте их. Сообщайте водителю. Следующая остановка – Таганрогская улица. Таганрогская улица. Следующая остановка – бассейн. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендую не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Бассейн. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Следующая остановка – Академия труда.
Академия труда. Следующая остановка – школа имени Достоевского. Достоевского. Следующая остановка – метро «Волжская». Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Метро «Волжская». При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Следующая остановка – больница имени Демихова. Больница имени Демихова. Следующая остановка – Волжский бульвар, дом 49.
2, дом 49. Следующая остановка – улица Маршала Чуйкова. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Маршала Чуйкова. Следующая остановка – районный центр «Высота». Районный центр «Высота». Следующая остановка – метро «Кузьминки». Конечная. Пользуйтесь более свободным западным вестибюлем. Метро «Кузьминки». Конечная. Пользуйтесь более свободным западным вестибюлем.
При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте родителям. Всего вам доброго.